Prodexpo 2022 на ваших экранах. Продолжаем знакомить вас с интересными людьми, интересными компаниями, интересными продуктами. Здравствуйте, давайте знакомиться. Здравствуйте, Забелин Николай Юрьевич, компания Eurotrade и Talka Retail. I'm Charitra Tiarachi from HVA Foods, owner of Heladiv in from Sri Lanka. Yeah. Немного расскажите о вашей компании, вначале по-русски. Компания Heladiv существует порядка 30 лет, достаточно хорошо зарекомендовал себя на российском рынке, широко известно от Владивостока до Архангельска, от Махачкалы до Калининграда. Натуральное сырье, натуральная продукция, никаких химических добавок, широкий ассортимент, как и рассыпной чай, так и пакетированный чай. Есть различные линейки премиальные, есть линейки в тубах, линейки чистого черного чая. Широкий ассортимент для самого взыскательного потребителя. Maybe a little bit about your company. Yeah, so HVA Foods was started in 1992, so almost 30 years ago. And we've been involved in the Russian market ever since. So all 30 years of involvement in manufacturing tea for the Russian consumer. And we were one of the first companies in from Sri Lanka that came to Russia with orthodox tea. And we've always been an innovative company where we have introduced not only black tea, but innovative products like the Heladiv Blue Fire, which is very popular in Russia. So other companies have followed suit in developing a lot of herbal blends for the Russian market. So, and our company exports to over 40 countries globally with our Heladiv brand. Yeah. Спасибо. Мы очень любим чай. Обожаем. Просто жить без него мы не можем, поэтому хочется, конечно, немножко поговорить о нем, что нас ждет, какие-то виды, может быть, мы не пробовали, не видывали, не нюхали. В линейках Heladiv есть крупнолистовой чай, OPA, есть чай с типсами, это в боб с типсами. Типсы — это чайные листочки, не распустившиеся почки, вот это вот. Обычный средний лист пико, который самый most popular, yes. Самый популярный. А также есть чаи с добавлением настоящих фруктов, with fruits. Современная тенденция, что расширяется линейка, добавляются какие-то премиальные виды, железные баночки, какие-то эксклюзивные сорта. What can you speak about Prodexpo, about our event? Yeah, Prodexpo is one of the biggest exhibitions in this part of the world, and we every year we participate with our partner Italco because we find that that gives us a reach to all the customers across Russia as well as the closer regional countries. And this time also we have seen some good participation. Amid COVID also there has been some great participation. Yeah. Thank you and good luck with from Russia with love. Мы надеемся, все у вас будет хорошо, и ваш продукт найдет достойное место на полках наших покупателей. Большое вам спасибо.